Значит так, господа, у нас здесь самая худшая игра кальмара в Роблоксе. Вот мне интересно посмотреть, ребята, 9% у нее соотношение лайков. То, чтобы вы понимали, там 543 лайка и 5000 дизлайков. Давайте посмотрим, что это вообще такое и стоит ли вообще в это говно играть. Итак, ребята, вот она игра, она запускается и сразу, что мы видим? Конечно же, что мы видим, ребята, это Flying Carpet. Что? Вот как определить, что игра топовая? В ней обязательно должен быть летающий ковер. Если его не будет, игра говно, это 100%. Вот в Brookhaven нет этого летающего ковра. Она говно, соответственно. А вот здесь у нас есть, и тут посмотрите, какая красота. Так, что тут? О, тут можно даже меч получить за 149 робоксов. Что? Что? Посмотрите, ребята, 149 робоксов. Вот это. 400 робоксов за вот этот вот ковер. Серьезно? Посмотрите. Ребят, нет, конечно, ковер охеренный. Ничего не скажешь, а? Это символ. Символ охрененных игр. Но почему так дорого? 400 робоксов за это? Ну ладно. Давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. Админку можно получить. Ребята, смотрите, тут можно получить админку. Офигеть. Давайте нажмем. Я получил админку. О, 400 робоксов. То есть у нас здесь выбор, ребята, справедливый. Купить за 399 робоксов админку в игре, либо купить за 395 робоксов летающий ковер. То есть вы понимаете, да? Вы понимаете, что, конечно же, лучше купить ковер, чем админку. Нахрена нам админка, когда есть, мать его, летающий ковер? Это охренеть. Это очень круто. Так, ну давайте посмотрим, что еще тут у нас есть. Это что? Мы хук можем еще взять? Офигеть, получается, ребят, это новая игра кальмара. Мы можем еще с хуком, даже с шариками мы можем бегать, офигеть. Прикольно, я бы посмотрел на это. А что еще тут есть? Скорость, шарики, ё-моё, админка, ребята, посмотрите. Чтобы стать админом, мы должны молоток взять. Вот такой вот молот, гляньте, кувалду. Вот эту, офигеть, я думал, ты строителем ты станешь, а не админом, если кувалду возьмешь. Ну ладно. Так, а как нам играть? Давайте зайдем. Step into play. Так, я стал. И что? И что? Я не понял, и что? Ну, я стал, и дай орех. Зачем тебе орех? Зачем? Может, лучше летающий ковер ты возьмешь? Зачем тебе орех? Я не знаю, зачем тебе орех. Так, ну, а что? А, вот у нас таймер вверху. Хорошо, а как нам внутрь-то зайти? Ребята, так, по-любому тут есть мои подписчики. А ну, помогите мне пройти сквозь вот этих вот товарищей. Так, давайте. Толкайте. Толкайте меня! Не, ну вы, конечно, очень добрые подписчики, ничего не сказать, но толкать вы меня, я так понял, не собираетесь вообще. А что там наверху, гляньте? А, это просто лед так отражается. А что у нас по времени-то? Скажите, пожалуйста. У нас здесь, смотрите, минута 13. Это получается, через минуту 13 у нас все начнется, да? Ну давайте будем ждать. Офигеть, посмотрите, тут все такое блестящее. Не, ну выглядит топово, конечно. Это у нас получается текстура льда, точнее, материал льда с текстурой камня. И это выглядит вообще, как будто, знаете, камень замерз. Не, классно выглядит, черт. Ну ладно, так, сколько у нас осталось? У нас осталось 50 секунд, блин, что так долго? Давайте попробуем, может быть, мы сможем забрать с вами как-то вот эту вот штуку. Да, я хочу с летающим ковром пройти игру кальмара, ребята. Вы знаете, что я хочу, дайте мне, возможно. Только я не хочу покупать, вы что? У меня есть, конечно, робоксы, да? Но я как бы, ну, не хочу их тратить на какую-то ноунейм игру, говно, вот это вот все, чтобы вот мне еще дали вот этот вот ковер, да, летающий? Не, ну с летающим ковром, конечно, было бы классно. А, у нас тут есть какой-то... О, у нас есть второй сезон игры кальмара. Типа мы можем посмотреть второй сезон игры кальмара. Если существует всего только один, ну ладно. Так, у нас остается 15 секунд. И это прям вообще топово, потому что вот 15 секунд, ребята, должно что-то произойти, я так полагаю, да? Так, мне надо только попу усесть нормально на стул. О, балдеж. Так, 3, 2, 1 и... Оп. И все, мы выиграли, или что? Это типа все было, да? Ну ладно, окей, так, я так понял, что ничего интересного мы тут не возьмем. Окей, ребята, давайте тогда нажмем на второй сезон игры кальмара.
Да, а вот здесь он находится. Ой, не то нажал, простите. Вот здесь, смотрите. Вот здесь находится второй сезон игры «Кальмар». Давайте туда нажмем, посмотрим, что произойдет вообще. А может быть, произойдет что-то интересное. Так, ну давайте, нажимаем. Я нажал. Че, может, купить его надо? Второй сезон за 500 робоксов не хотите? Ну, я нажал, а че ничего не происходит? О, телепортирует. VR Hands Without VR. Чё? Вы... Что происходит? Это не похоже на игру кальмара. А тут есть ковер? Тут есть летающий ковер, скажите мне. Чё происходит? А... В VR. Плеер. VR, давай. VR. Так, и чё? О! Чё, я могу делать что-то? Ух ты! Так, давайте в шахматы поиграем. Так, ребята, мы давайте в шахматы поиграем. А, это попыт, типа? Попыт? А ну, это что? Пальцем можем нажать? Что происходит? Слэп? Шля! А ну! Иди сюда, подруга. На тебя, помор! Что ты делаешь? Хочешь? На, получи. Стоп, почему? Что происходит? Что вы делаете? Что вы делаете? Дайте в носу поковыряюсь. Подружка, дай... Я хочу поковыряться у тебя в носу. Лиль, не хочу. А что? Так, в чем прикол? Я не понимаю. О, чувачок, иди сюда, родной. Давай. Давай, ты сейчас взлетишь. Погоди. О, это же этот, ребята, из игры кальмаров, чел. Смотрите, давайте мы его подбросим сейчас. Ты где? Куда ты пошел? Так, иди сюда, родной. Так. Ну что, подлетел он, нет? Так, давайте пальцем в него потыкаем. О, давайте, знаете, как сделаем? Давайте вот так сделаем. На! Улетел он? А где он? У меня получилось или нет? О, солнце вылезло, здравствуйте. Куда вы? Солнце, стой! А, так, все нормально. Так, а где этот? Где этот хлопец? Где этот хлопец? Куда он ушел? Алло, дружище. О, вот это интересно, погоди. А ну... Подождите, ребята, у нас тут шахматная партия, погодите. Чуть-чуть, белые ходят первые, тихо. Все нормально. Я так понял, что вот так вот мы теперь... Это что за летающая крыса? А, это хомяк, простите. Можно до тебя дотронуться пальцем? Дай в нос засуну палец. В рот. Хотя у меня был как-то хомяк, он меня за нос укусил. Но я не знаю, надеюсь, что это добрый какой-то хомяк. О, можно руки помыть. Ребята, у нас же это, эпидемия, нам нужно руки мыть. Так, стоп. Надо руки помыть. А как руки помыть? Помойте руки. Быстро все руки помыли. О, видите, все мои подписчики пришли руки мыть. Отлично, молодцы. Блядь, что, почему так много голов ваших, я не понимаю. Так, я так понял, что мы с вами наигрались в игру кальмара, да или нет? Или да, или нет? А можно как-то бросить? Погодите. Я понимаю, что мы тут собрались в игру кальмара поиграть, но это второй сезон как бы игры кальмара, если вы не поняли, да? То... Тихо, тихо. Стоп, спокойно. Стоп. Да. Подожди, я хочу взять. О, ребята, стой, тихо, о, вот это ты красава сделал, молодец. Давайте мусорку откроем. Вот. Так, а что там? В мусорке пусто, ничего нет там. Ладно, а тут что? Холодильник закрой, разморозится. Закрой холодильник, разморозится, братан. Как его закрыть? Ребята, что вы наделали? Это же капец. Ну, ребята, я вам скажу, второй сезон игры кальмара прям вообще офигенный, мне понравился. Я надеюсь, что мы с вами еще увидим, как бы, третий сезон. Третий сезон вообще, я думаю, будет разрывной, но это вообще прям бомба.